За именинника, ура! Так, заходим, здесь типа будем сидеть, там раздевалка, здесь вроде бы душ. Так, иди свет. Так, свет. Здесь типа парилочка. Первая комната такая типа легенькая. А здесь уже парилка пожестче. Ух, какой баллонище стоит. Какие камни огромные. Ох, запах баньки. Давно я не чувствовал его. Камера запотевает. Быстро. А здесь чего? А, здесь туалет, понятно. Боря, это что за камера? Не GoPro? Типа GoPro. Так. Це тобі на, как это говорится, на резиновую жінку. Ну добавишь, там купишь получше. А то я думал, там она подешевле. Так, оказывается, может, там нормально уже. Оказывается, там дорогая там, очень. Может, там уже на живую хватит снять на часок. Красиво одеваться, Ирина. Знаешь, что ты даже в баню учишь. Мы с тобой не договаривались, а оделись одинаково. Думаю, дайте уже хотите накосить, что удобно, знаешь, что ж там у кафе. Щоб цвілий пах, як цвіточок, знайшов пчолку, яка тебе буде опиляти. Так може наоборот, що він пчолку буде опиляти? Чи він квиточка? Чи наоборот? Розумієш, так. Ваша дівочка, короче. Пестик і печінка. Щоб все вийшло за тебе. Ну що, брательник, поздоровляю тебе з днем рождения. Що тебе пожелати всього? Хорошую, ну как сказали, белочку тебе. Да. Главное, чтобы белочку не поймал. Про белочку еще просто испорченный телефон. Подожди, а кто белочку пожелал? Пчелочку, пчелочку. Пчелочку, пчелочку, уже белочка. Так как произошло такое событие, да, скажу, чтобы все твои взлеты и падения были в постели. В общем, що ти захотів, головне тебе жити, і так і було. Бог тобі допомагав, друзі тобі допомагали, поруч з тобою були тільки найкращі люди, це також не саме головне. І головне, щоб ти в себе вірив, і все тебе виходило. За тебе вірю. Шашел нанізується. Шашличок. Это у нас... Самый, как раз самый. Ну, люля. Люля. Какой, куриный? Не, свинина, курица. Композишн. Это вот печка, которая баньку топит. Такое полуподвальное помещение маленькое. На улице снеговик. Двойной. Большой. На голове маленький. Хе-хе-хе. Угольки. Будешь по центру ложить, как ты будешь заебать. А, нормально. Нет, стой, значит так. Вот. Миша, Миша, давай. Там помешали это? Да, да, да. Да там уже контролируют все. А? Уже жары это. Мешает. Давай бегом, Миша. Миша! Давай быстро. И я возьму пару шампуров. Ох, и Миша. Увлекся, увлекся. Сначала шампура ложи. На, и мой забери. Так, там еще есть нести еще или ты все забрал? Там забрали все? Да. Да. Я не знаю, а кто говорил еще что-то забирать? Никто. Ну, в смысле, там, я бы два взял только. Ой. Надо ему ложить. А, запахло сразу как. Она не идет поздравлять. Говорит, а что, баба с дедом тоже пойдут Игоря поздравлять? Покажи мне. Покажи. Ты так и показала?
Нет, еще. Он не вышел. А вот видос, который Оля записывала ему. Поздравления. Сейчас покажу. Игорь, с днем народження. Что ты бажаешь, Игорю? Мишаня, ты молодился. Игорь, не рискуй. Что вы там делаете? О, мы на улицу перешли, да? Что? Ты там такое пропустил сейчас. А что там было? Встать, поставить, чтобы все вместе. Видишь, палочка? Ну? Люди подходили. Ах, вы пошляки. Раз, два, три. Шпих! Давай, я вас шпихнули. Он так ждал. Шпихнули. О, и здесь табличка. Уважуха. После улицы тепло, хорошо. Ну тут здесь типа легкая парилка, а здесь типа пожестче парилка. Смотри, какой баллон большой. Ага. Какие камни большие. О, реально. Такая, не знаю, такая самая большая. Парилка, что не печка. Ну, короче, самая большая эта фигня с камнями. Каменка называется, кажется. Это называется каменка. Во. Самая большая каменка, которую я видел в своей жизни. Чуть-чуть. Давай такое выйду, потому что. Ну ладно, лей. Чуть-чуть. А, так оно остывшее. Мы же не паримся, поэтому оно и не топится. Страшный сон электрика. Но здесь аж три хрестика висит. Спасут, наверное. Я говорю, страшный сон электрика. Зато три хрестика висит, чтобы три жизни запасные, типа. Три запасные жизни. Шашлык готов. Не так только, а нож. Вот так, ага. Давай. Я знаю так, но мне сейчас просто... Давай. Мой тост. Да не надо ему еще говорить. Что ты пожелал, мы сам себе. Если мы ему скажем тост, то что мне желать? Он уже типа скажет, уебуйте нам. Яря, о, дружище, за тебя. Ни вини, ни пуха, чтоб ты жил и радовался жизни. За тебя! Без за вас! Иди снимай. Пошла пока на мне место. А вы снялись. Ведется видеосъемка. Я поменяю боди. Чернігів, місто герой. Що не танцуємо? Я вмагаю бар. Только не упадите, пожалуйста. Нет. Только не упадите. Бодя. Только не упадите. Помоги! Помоги! Как ты тяжелый. Двигается. Все, раз, два, три. Все, идем домой.